как-то очень странно, ребята. Я сегодня тут ищу, смотрю вот на эту всю лабуду, и я не нахожу статуи второго босса птерозавра. Это какая-то нонсенс какой-то, я же с ним играл и побеждал, то есть почему? Неужто ли мы тогда не выполнили план? Ну, в общем-то, неважно, думаю, сейчас мы этот план, ребятки, с вами выполним, потому что у нас есть Феникс 44, да, и нам нужно, ну, 10 лярдов набрать, чтобы это дело получить, чтобы дали нам такую вот статую Феникса, да? Ладно, Феникс 44. Да, вот такая вот статуэтка. Блин, ну странно, эта статуэтка должна быть просто какие-то уникальной должна быть, ну хотя бы там 15% бы дали. А так, несчастных 7%, блин, а Хаммонды то круче. Так, ну что, будем сражаться здесь с травоядными, и есть у нас возможность пободаться какими-то слабыми существами. Ну как слабыми? Начнем, может, с легендарных, ребята, что ли. Давайте легендарных как-то существ зарядим. А, какая свирепость? Поатакит как-то. Так, вот, я вот этого парнишку искал. Давайте начнем. Первый бой легендарными, потом возьмем существ покрепче. И там, наверное, самых сильных, крепких мы возьмем уже там в отдельной серии, наверное. Так, смотрите, какой Терезинка большой по сравнению с нашим Фениксом. Феникс слабак. Да. Блин, реально крохотный Феникс. Я по сравнению с Jurassic World Alive только что играл. Там птерозавры просто какие-то мутанты размером с зауропода. Крупнее хищника. Да, изображены так. А здесь нет, здесь наоборот. Так, ну он меня пробить не может. Это ему надо насколько проатаковать? На все 8, может, тогда хватит. Это радует. Смотрите, какой мощный терезинозавр у нас. Очень хорошо, что я его взял как раз на этот бой. Давай, круши, круши, ломай. Так, теперь у него 195 сила удара. Ну, давайте так. Отлично, смотри, как я угадал. Шикарно продемажили этого бедолагу. Ну, выглядит, конечно, он ужасно. Ужастус среди птерозавров. У нас там есть Эдестус и Ужастус, да, в подводном мире. Ну, звание Ужастуса можно присвоить ему. У нас среди хищников это, наверное, Акроконтозавр. Он там, или кто у нас там? Да, вроде он. На начальных уровнях как будто бы на нем кожи нет. Да, среди амфибий Ужастус, это, наверное, можно Диплотатора, Супер Флаффи назвать так. Выглядит самым устрашающим образом. Да, вот среди птерозавров это он. В общем-то, и, ребятки, давайте ваши... Кто, на ваш взгляд, самый ужасный динозавр вот в каждом виде? Вот хищники, травоядные, птерозавры, травоядные. В общем-то, вот кто является самым ужасным существом? Ну, по внешнему виду, по крайней мере. Вот интересно это почитать. Я выжил? Я выжил? Не факт. Ай, соточки не хватило, блин, а надо было 3 балла поставить. Да, не учел то, что он станет же посильнее. Станет посильнее после смерти. Как ни странно, да? Существо, которое, умирая, становится сильнее.
Так, ну ничего, мы не унываем. Блин, у меня все динозавры сильные заняты. Это капец. 3 дня ждать, пока пахигалозавр освободится. Это какой-то трэш. Это трэш, ребятки. Поатаковать. Сигнозуб занят. Так, кто у нас там дальше идет? Вот эти вот, давайте возьмем гибридов. Ну, вот такого обычных гибридов, да? Так, что-то куда-то я далеко полез. Вот, шунозавра мы брали. Вот, давайте вот гибридов. Давайте вот лабиринт. Сейчас нагнем гибридов и потом еще, наверное, сходим разок. Ну, потому что у нас каждый следующий бой будет короче предыдущего, да? Несмотря на то, что мы берем существ помощней, уровень удара феникса растет куда быстрее. Блин, ну прикольно, смотрите, какой гигантский хвост, это просто как какие-то лезвия. Так, он вообще гиганоцефал сможет ударить? Ну, будем по принципу одно существо, один феникс. Больше пытаться не стоит. Это будет и то хороший результат сейчас. Ну, прикольно выглядит. Вот на этой арене с боссами классно выглядят существа. Их хорошо видно. Так, только если бы еще во время болтания баллы хорошо считал, было бы шикарно. Надеюсь, у него пусто. Давай, вставай! Вставай и бейся, трус! Блин, ну как классно выглядят динозавры здесь. И пахицератопс шикарно выглядит. Да, и жирный у него такой хвост, а то по сравнению с Сориан, там трицератопсы такие смешные. Хвостик такой, как у мышки. О, прикольно, прикольно вообще, блин, ну правда я так быстро их убивал, что не смог насладиться видом травоядных. Текстурочки хромают какие-то, да, вот, смотри, вообще-то решетка, ребята, кто заметил эту решетку, ставим лайк. Ха, прикольно, вообще как шахматная доска. Когда динозавр спал, велоцирапторы на нем играли в шахматы. Двадцать 4 косаря. Так, ну и еще идем разочек. Сейчас возьмем существ еще чуточку посильнее. Зато генов наколбасим, ребята. Блин, тут генов можно нормалек поднять. 10 тысяч. Налегке можно заработать за полчаса игры. Так. Давайте, давайте смотреть, кто у нас здесь есть. Эрлик, допустим. И Стегича. Вот так, давайте сходим, ребятки. В принципе, да, сквозь Феникса можно пропустить вообще всех травоядных. Ну, так. Но он уже крепко бьет, да, 1342, а патозавр для него не преграда. Ну давай. Ну прикольно, смотри, камера как-то так по-другому стоит, да, видно, да, на Феникса. Ну, опять, ну, все, хана апатозавру. Нет? Ну давайте тогда на раз, два, три, он покойник, раз, два. Он один поставил, так же, как и в прошлый раз. Да, тут травоядные поклоняются богу птерозавра. Вот такое название для серии. Если я скриншот хороший подберу, как травоядный там голову преклонил. А чё ты так мало бьёшь, эрликозавр? Я чё-то рассчитывал, что будет всё-таки больше.
Ну, я думаю, сейчас он меня не проатакует. Я его добью. Ах ты ж гаденыш. Подлый трус. Ну, поставлю уже 3 наверняка. На защиту придется 2 убивать стегосератопсом. Ну, все, в принципе, думаю, защищаться смысла нет. Уровень босса 11, это уже больно. По-моему, дальше у него уже сила удара не будет расти, да? Так, что-то мне как-то так все вошло во вкус. Может, еще посражаться? Блин, мне вообще прикольная идея только что появилась для для превьюшки. Запечатлеть, как он летит, взлетает, да, а внизу там положить несколько трупиков травоядных. Ну, как когда они проиграли. Посмотрим. Блин, эту картинку рисовать еще полчаса минимум. Так, ладно, давайте смотреть, что у нас еще есть по травоядным. Да. Создание видео, ребятка, штука очень длительная. Так, у нас есть вот эти вот ребята. Ну давайте, да, на них тогда вот это, вот эти и все, тогда и серию закончим эту. Два убил, подлец. Бедный кентрозавр. Ну да, тут все уже сейчас резко стало очень быстро. Блин, ну если я его сейчас за 3 бью, он меня убивает. Обидно. Надеюсь, я его хоть пробью. На 2, у него еще и балл остался, да? Я 2 выдерживаю. Какие 2? Я вообще ничего не выдерживаю. Так мало жизни. 2500. Ну вот. А он... Сейчас в защиту поставил. Нет, хуп, мы пробили, ребята. И мы сделали это. Так, ну сейчас смотрим на труп пахиринозавра. Давай, трупик. Оу, супер удар. Оу, и вот трупик. Вот такие вот, в общем-то, были у нас дела, ребятки. Так что, если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. И кто не подписался, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Всем пока!